Итак, всем привет. Артём, привет тебе. Я, как это, все обещала тебе записать отзыв. Наверное, будет немножко криво, не так, как хотелось бы. Ну, реально просто какой-то постоянный цейтнот. Просто вообще ничего не успеваю, потому что все время в какой-то приятной беготне. Видишь, у меня тоже, вот у тебя солнышко, у меня тоже солнышко. Вот, сижу сейчас... Попила кофе, там в Старбаксе, он, видишь, даже отражается. В общем, ближе к делу. У нас у гуру бизнесов тоже принято друг другу брать консультации. И нет ничего в этом, точнее, как это сказать. И это хорошо, потому что именно благодаря тому мы и гуру бизнесов своих, да, потому что мы не гнушаемся чужого опыта. Так вот, Артём Полешков, он реально гуру инфобизнеса, и у него есть чему поучиться. Я еще не внедрила те инструменты, которые он мне дал, потому что я их пытаюсь адаптировать сейчас под себя, да, потому что у каждого есть свой формат, каждый привык работать в том ключе, в котором ему это нужно, в котором он хочет, в котором он, наверное, как это сказать... которым он, скажем так, адаптировать под свой такой вот привычный формат, да, вот у меня есть формат, мой формат Изабеллы Риц, да, есть формат Артёма Полешкова, есть формат Ильи Ситнова, там есть формат всяких-всяких разных бизнесменов и бизнесменов тоже, потому что я изначально бизнесвумен, а тут я последние пару лет стала инфобизнесвумен еще, да, поэтому... Здесь я немножко тоже учусь, и Артём – это, наверное, первый мой был толчок, потому что с Артёмом у меня тоже свели определенные знакомые, да, вот, и с Артёмом у меня пошли самые первые мои продажи. Вот самые первые продажи в бизнесе прошли именно с Артёмом, мы с ним тогда сделали первые 150, вот, а сейчас, благодаря опыту Артёму, который мне... скажем так, без секретов и недомолвок делится, я сейчас буду внедрять инструменты, которые, я уверена, будут приносить не 150, а намного больше, вот, потому что это проверенные, качественные, классные воронки, да, наверное, можно Артёму открывать новый курс, новый коучинг, в котором он будет учить именно воронкам, продажам на воронках, да, как можно автоматизировать свой бизнес, нифига не делать, запускать трафик, и у тебя автоматически все будет продаваться. Ну вот, наверное, вкратце как-то так. Что еще хочу сказать? Тём, спасибо тебе, вот, ты благое дело делаешь. У нас с тобой немножко разные форматы, но каждый из этих форматов работает. При этом я хочу тебе сказать, что твой формат зачастую работает намного лучше, потому что ты ближе к народу. Вот. Так что, в общем, молодец, отдыхай в этом году на Бали, зимуй. Где там вы еще путешествуете по всякой Азии? Привет передавай, я Азии нажралась на ближайшие пару лет. Вот. Так что пока что в Азию не хочу, мы как-то больше... за океаном. В общем, все, пока, спасибо тебе. И я думаю, что самая высокая трастовость может быть именно тогда, когда вам советует, ну, кто-то действительно рейтинговый. У меня рейтинг есть. В общем, с вами была я, Изабелла Риц, и Тём, ты молодец.